Веер, маятник и топорик. Именно так называются виды подач в настольном теннисе. Свое мастерство в этом спорте продемонстрировали около 80 учащихся общеобразовательных учреждений Люберецкого округа. Соревнования прошли в рамках 53-й спартакиады «Олимпионик-2018». На этот раз площадкой для их проведения стала детская спортивная школа. Настольный теннис популярен во всех странах. Он также входит в перечень Олимпийских игр. Здесь, как и в любом другом виде спорта, свои приемы, техника и тактика, которые позволяют спортсмену добиваться побед. Я выиграл две партии у одного мальчика. Как бы противник попался достаточно серьезный, но не настолько, чтобы проиграть. Тактика, может быть, сказать так, сначала не раскрывать сопернику весь букет приемов, а сначала использовать простые приемы. И когда противник расслабится, как бы уже избивать ему серьезным уровнем. Сборные школ на соревнованиях были разделены на три группы по 5 команд и 1-4 команды. Они играли между собой по круговой системе. Мы же играем отдельно мальчики, отдельно девочки, смешанные команды. Вот когда поодиночке, они посильнее. Но понимаешь, что как бы всегда хочется выиграть. Да понятно, что зайти хотя бы в тройку. Помимо командного зачета, участники соревнований сражались и в личном первенстве. Как отметили организаторы игр, от года к году рейтинг участников-победителей меняется, но интерес к этому спорту остается таким же высоким. В прошлом году у нас в этой группе школ была 16-я гимназия на хорошем счету, первая гимназия и 53-я, и 12-й лицей. Вот они четверка таких более-менее сильных команд. Но с каждым годом дети уходят из школ, приходят, и поэтому в этом году что ожидать, мы даже и не знаем. Однако в этом году в соревнованиях по настольному теннису в рамках 53-й спартакиады призовые места распределились следующим образом. Третье место заняла гимназия номер 18, второе – 41-е, и почетное первое место заняла 24-я гимназия городского округа Люберцы. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.